кажется, это стоит того. Вика? Ты где? А? Я купила карту Парижа. Маленькая карта. Компактная карта. Такая вот. Ну, это, я думаю, что можно использовать вместо золотика. Ну, когда будет там холодно, еще что-то. Можно, думаю, да, использовать вместо зонтика, накрываться, когда холодно. А, вот. Ну и иногда просматривать замечательный. Вот. Собственно, вот весь комментарий по этому поводу.